Здрасте. Проходите. Я, так сказать, соболезную. Спасибо. Присаживайтесь. Честно говоря, я вас не для этого вызвал. Но я постою. Хорошо. Тут такое дело. Вы мне солгали. Вы не могли разглядеть человека, совершившего наезд на Ладыгина. А это дача заведомо ложных показаний. Мой адвокат вам позвонит. Или вы хотите посадить меня в изолятор? Если надо, посажу, не вопрос. Но вы же хотите знать правду? Хотите. Тогда я вам кое-что покажу. Подойдите поближе, посмотрите. Посмотрите, посмотрите. Вы знаете вот этого человека? Нет. Нет. А судя по приметам, это тот самый человек, который совершил наезд на следователя Ладыгина. Да по каким приметам? Посмотрите, лица не разглядеть, все в темноте. Такое ощущение, что вы что-то не понимаете. Посмотрите внимательней. Теперь узнаете, именно этот человек был на станции неподалеку от места, где был оставлен джип. А теперь самое интересное. Это запись с камер видеонаблюдения, сделана в вашем поселке. В тот день, когда убили вашего мужа. Мой муж умер от сердечного приступа, и ваши ничего не нашли? Не нашли. Конечно, нашли. Но вам должно быть хорошо известно, что существуют такие вещества, следы которых даже судебно-медицинская экспертиза установить не может. Между тем, они продаются в каждой аптеке. Что скажете? Я могу идти? Не смею вас задерживать. Да, здравствуйте, Алла Григорьевна. А вы где? Вы же записаны на сегодня, на 12. Как на сегодня? Сто сорок на 95. Несколько повышено. Мой хороший, вы пьете успокоительное, которое я вам прописала? Да, пью. Пьете. Это вы на фоне успокоительного так нервничаете? Ясно. Тогда вы должны кое-что посмотреть. Лера. Вот. Посмотрите. Это ваш человечек. Вот ножки. Вот одна ручка. Вот вторая. У вашего малыша уже есть пол. Ну, правда, пока на УЗИ его не видно. А теперь послушайте меня внимательно, Валерия Андреевна. Если вы не хотите потерять ребенка, вы должны немедленно решить все ваши проблемы и уладить все ваши дела. И чем скорее вы это сделаете, тем лучше. В конце концов, вам нужен этот ребенок? Да. Ну, в таком случае, все в ваших руках. Над именем мы уже думали? Если мальчик, Юра будет. Спасибо, Алла Григорьевна. До свидания. До свидания. Ну что, ведем? Ну, закрывай его! Я открыт! Держи! Жми! Давай, жми! Подожди! Вперед, вперед! Подбор! Да!
Здравствуйте. Надо поговорить. Ну, хорошо. Он угрожал мне смертью. Я испугалась. Я понимаю, что я была не права. Ясно, ну что ж. Значит так. Валерия Андреевна, раз уж пришли сюда, так уж давайте как-то всю правду. Вы же опытный журналист, зубастый. Вряд ли вас можно взять так вот просто и запугать. Есть что-то еще, чего не знаю? Я жду ребенка. Так. Простите. Тогда, может, ничего не говорить больше. Послушайте. Я вот что подумала. Этот человек явно имеет серьезную подготовку. Ведь существует же база, силовики, криминалы. Его можно пробить. База, конечно, есть. Только для начала давайте попробуем составить фоторобот. Садитесь. Добьем базу. Осталось чуть-чуть, Олег Николаевич. Ну, ладно. Только знаете что? В любом случае нам нужен перерыв. Перерыв. Сделаю чай и к чаю что-нибудь. Нельзя же так. Только у меня еда вся простая, холостяцкая. Там хлеб, колбаса. Это Полина, жена. Красавица. Красавица. Знаете, мы когда в институте встретились, влюбились с первого взгляда. Были как одно целое. Понимали друг друга с полуслова. Все завидовали. Сын у вас какой симпатичный. Никитка. Никитка на мать похож одно лицо. А характер мой тоже такой-то резкий немного. Спортивный был парень. Я там на площадке во дворе кольцо баскетбольное сделал. Он баскетбол любил. Я в окно смотрю, ребята играют. Его нет давно, они все играют. Значит, пригодился. Так, о чем мы, собственно? Надо же как-то продвигаться. Давайте. Давайте. О, нам еще искать и искать. Ше, то есть Ша. Шалимов ЕМ. Не похож дальше. Шаманов. АВ. Шейн, Шимиков,
Шиканов, Шихов, Шилаев, Шилов, Шилковский. А ну-ка, стоп. Давайте назад. Это он. Вы уверены? Он здесь моложе. И волосы. Ну, посмотрим. Шилов Вячеслав Игоревич. 74-го года рождения. Из органов уволен 2000... 5 лет назад. Нашли. Нашли. Слушайте, погодите. Погодите. Давайте так. Вы им не можете пообещать? Пожалуйста, никакой самодеятельности. Хорошо? Хорошо. Обещайте мне. У меня к вам просьба. Никто не должен знать о том, что я вам сказала. И никто не должен знать о том, что я здесь была. Договорились. Слушайте, это, конечно, не мое дело. Но может, вам не надо за руль? Вы устали и не спали. Давайте вам такси вызову. Спасибо вам. Здрасте. Что здесь делаешь, а? Ты не отвечала вечером на звонки, телефон отключен. Я начал волноваться. Позвонил сиделке, у нее были ключи от дома. Вот, забрал, приехал проверить. У меня все хорошо. Где ты была всю ночь? Я должна отчитываться. Ты ничего не должна. Я пытаюсь просто заботиться о вас, о тебе. Контроль и забота – две разные вещи. Езжай домой, пожалуйста. Олег, здрасте. Здрасте. Спасибо, что пригнали. Я вам так благодарна. Держите. Спасибо, скажете, когда дело закрою. А какие новости? Ну, в общем, Шилов по месту регистрации, конечно, не живет. Но мне удалось найти его любовницу. Или как там, сожительницу. Некто Маркина. Кстати, что скажете? Похожая модель. Он ее, наверное, на каком-нибудь конкурсе красоты подобрал. Ого. Я гляжу, глаз у вас наметан. Действительно. Мисс Мурманск. 2-летней давности. Понятно. Ну ладно, будут новости, сообщу. А вы с ней уже говорили? Знаете, она же тоже не живет по месту прописки. Вот. Со старыми друзьями, знакомыми общается. Есть профиль в соцсети. Попробую пробить, вытащить оттуда, как на встречу, что ли. А давайте я. Вы отдыхайте. У вас еще гормоны не нужно, правда? Олег Николаевич, если я беременна, это не значит, что я больная. И потом мне как-то с ней по-женски будет удобнее разговаривать. Знаете что, Валерия Андреевна,
Идет следствие. Это официальное мероприятие. Вот вы, например, следователь? Нет. А если нет, то вопрос закрыт. Будьте здоровы, не кашляйте. Так, ну, все, я домой. А вы еще остаетесь? Не, работы много. Ночью не видишь? А. Хм. Не засматривайся, у тебя свадьба скоро. Понял, не мешаю. Давай, шуруй, а то невеста сбежит. До завтра. А. Да. Алло. Ну что с Маркиной? А. Работаю над этим. Послушайте, ну вы же не вызовете ее на допрос. А других зацепок у нас нету. Вы же позвонили мне не для того, чтобы это сообщить. Я знаю, что делать. Главное – придумать грамотную легенду. И у меня это получится. Дайте мне шанс. Хорошо. Ладно. Что бы вы ей сказали? Сельдерея яблок. Да. Без моркови. Без моркови. Мне морковь нельзя. Спасибо. Здравствуйте, это я вам писала. Я с телевидения. Программа «Звездный день». Евгения. Ирина. Простите, что заставила вас ждать. Ну, ничего страшного. Ирина, спасибо большое, что пригласили меня на встречу. Да ну что вы. Я вас так долго ищу. А вас нет нигде никакой информации. Проект уже начался? Да. Кастинг идет полным ходом. Но я думаю, что мне удастся записать вас уже на этой неделе. Вы знаете, это просто мечта. Вы даже не представляете, насколько для меня это важно. Но я очень рада. Я готова писать ваш номер. А съемки когда? Просто есть кое-что, о чем я не сказала. Вот. Поздравляю. 7-й месяц. А с проектом уже, наверное, все. Пролет. Да нет, я не думаю. Беременная конкурсантка – это так волнительно. О, это только повысит нам рейтинг. Даже малышу мне сейчас… Вы знаете, она еще не родилась, уже чечетку в животе отбивает. Ой, простите. Значит, вам нужен мой номер. Я готова писать. Вы знаете, я сама запишу ваш номер и наберу тоже сама. Мне нужно еще с мужем все обговорить. Хорошо. Все в порядке? Вы хотели записать мой номер? А, давайте в сети спишемся. Спасибо огромное. Гигантское спасибо. Она была готова писать номер, но потом пришло сообщение, и все, сбежала. Ничего. Она в любом случае увидит нас на шоу. Ну да, будем надеяться. Да, Алла Григорьевна, здравствуйте. А что-то с анализом? Да было же все в порядке. Нет, просто понимаете, я сейчас вообще в другом конце Москвы. Сейчас попробую. Я попробую к вам прорваться. Что случилось? Мне надо срочно в клинику. Какой здесь метро рядом? Да здесь, честно говоря, никакого. А где ваша клиника? Севастопольская. Это 40 минут отсюда. А? Смотрите, она уезжает. Едем в клинику. Как в клинику? А Маркина? Отслежу по номеру такси. Здравствуйте. Лерочка. Что-то с анализами? Так, присядьте, пожалуйста. Садитесь, садитесь. Ну вот,
Опять тревожны, опять бледны. Бежите куда-то. Я вас кладу на сохранение минимум на 10 дней. Что? Полежите, успокойтесь. А потом будем заниматься вашими анализами. Я не могу сейчас лечь в больницу, тем более на 10 дней. Ну, хорошо. Тогда решайте, что вам важнее. Ваши дела или ребенок. Вы не уехали? Нет. Решил вас дождаться. Что сказал врач? Врач сказал, что мне нужно ложиться на сохранение. Она считает, что я себя довела, и, в общем, мне придется остаться здесь. А. О, умный у вас врач. Ну, вы не волнуйтесь, если будут какие-то новости, я сразу сообщу. Да. Вы выяснили адрес Маркиной? Она вышла около торгового центра. Лер, пожалуйста, вы так не волнуйтесь. Вам сейчас не об этом нужно думать. Вы о себе думайте. Мы обязательно это сделаем, найдем ее. А вам надо собой сейчас заниматься. Ну, правда, это ж важнее. Раз такое дело. Лера! О, ну что, я пойду? Пока. До свидания. Что говорят врачи? А? О деньгах не думай, я все оплачу. Лежи, сколько потребуется. Послушай, но мне не нужна такая дорогая палата. Нужна, нужна. Тебе надо отвлечься, расслабиться. Присядь. Присядь, ну. Подожди, Дим. Это лишнее. Дим, тихо, тихо, пожалуйста. Тихо, тихо. Здесь внизу есть занятия для беременных, йога, а еще есть прекрасный бассейн. Дим. Тебе купальник провести? Нет. Дим, ничего не нужно. Ну, ладно. Ты большой молодец. Спасибо тебе, ты очень хороший. Все будет хорошо. Лера, все будет хорошо. У нас теперь только движение вперед, в будущее. У нас теперь нет никаких препятствий. Я устала, я. Да-да. Конечно. Умница. Я завтра после работы заеду. Ты подумаешь, что нужно привезти, хорошо? Здравствуйте. Здравствуйте. Лерочка, как дела? Все хорошо? Вам комфортно? Да, здесь очень уютно, спасибо. Замечательно. Так. Спасибо тебе. Я хоть переоденусь. Да, у тебя тут какой-то просто семизвездочный отель. Как ты вообще сюда попала? Так. Не знаю. Ты как себя чувствуешь? Чувствую себя прекрасно. А что Алла Григорьевна говорит? Алла Григорьевна говорит, что плохие анализы. А тебя что? Тошнит, я не знаю, рвет постоянно. Что? Нет. Может, у тебя ацетон в моче? Что там в анализах? А это что значит? Это какой-то кошмар? Да нет, ну… А где карта? Так… Ты в этом понимаешь? Давление в норме. Анализы как у космонавта. Слушай, Лерка, да ты просто железобетонная женщина. Трижды тьфу на тебя. Понятно.
Алла Григорьевна, я хочу знать, по каким показаниям меня положили на сохранение. Лерочка, вас положили на сохранение, потому что вы нервничаете. Слишком много. И ваше поведение – яркий тому пример. Я не нервничаю. Я просто хочу знать, почему я здесь. Не сейчас, Лера. У меня консилиум. Как только я вернусь, мы с вами все подробно обсудим. Я понимаю, у вас консилиум. Нет. Сначала вы мне все объясните, а потом пойдете на консилиум. Послушайте, Валерия, ваш муж абсолютно прав. С вами совершенно невозможно ни о чем договориться. Вы со своей работой подвергаете опасности не только себя, но и ребенка. Да, мы решили положить вас на сохранение, чтобы вы немножко успокоились и отвлеклись от своих дел. Послушайте, вас любят, о вас заботятся. Ну что вам еще нужно? Какой муж? Тот, который оплатил вчера вашу палату. Мой муж умер. Его убили. Еще 40 дней нет. Господи, простите. Простите. Я выписываюсь. Что за детский сад ты устроил? Ты разве не понимаешь, что из-за твоего обмана мы упустили убийцу Юры? Я-то думала, что действительно с малышом что-то не так. Да как тебе такое вообще в голову могло прийти? Да какое ты имеешь право на это? А потому что с тобой невозможно разговаривать. Ты же никого не хочешь слушать. Лера, пойми, поимка убийцы никак тебе не вернет Смирнова. Все, нет его. Это для тебя его нет. А для меня он есть всегда. Вот здесь. Пока я жива. Понятно. Значит, я для тебя запасной вариант. Прости меня. Я тебе очень благодарна. Не надо. Просто скажи мне, что ты меня не любишь, и мы на этом закончим. Я не люблю тебя. Теперь ты что? Это для тебя его нет. А для меня он есть всегда. Вот здесь. Пока я жива. Научился копаться в грязном чужом белье. Поздравляю. Жучок, небось, поставил на кладбище, когда телефон просил. Ну да. Молодец. Прости, но я думал, это ты его убила. Дурак ты, Петя. И камни ты из себя не строй. Уходи. Жучок в телефоне под крышкой. Ты достойна его. И всегда была. Ну, прости, пожалуйста. Просто уйди. Кстати, я нашел частного доктора, у которого Маркина наблюдается. Он приезжал к ней домой, и у меня есть адрес.
Мазь. Ну, я все понимаю. И про твое задание, и про работу в ФСБ. Но я скоро мозгами тронусь, если не буду общаться с людьми. Вот родишь, и будешь с кем общаться. Ну, это не такое. Я развиваться хочу. Развиваться? С развитием это тяжело. Но я никогда никому не скажу про твою работу в ФСБ. Правда, правда. Даже под пытками? Тем более под пытками. Смотри у меня. Будь хорошей девочкой. То есть я могу пойти на проект? Но это, конечно, еще кастинг нужно пройти. Постой. Ты чего там несешь? Какой проект? Ну, меня пригласили в нереально крутой проект про моделей. Телек, представляешь? В Останкино. Ну, как Стайра Бэнкс. И тетка мега крутая, такая душевная. Их даже не смущает моя беременность. Даже наоборот. Мы с малышом не станем звездочками. Какая к черту тетка? Ты что с ней? Виделась? Нет, честное слово, я чисто так по переписке поняла. Никаких телефонов, никаких смс. Не смей мне врать. Как она выглядела? Я не помню. Красная помада, стильная такая. Ты что, совсем что ли тупая? Какая нахрен помада? Как эта баба выглядела? Возраст, цвет волос, рост. Я не помню, лет 30-40. Блондинка скорее. А, и родинка на щеке. А еще был на глазах очки. Прости меня, дура. Прости. Вот дура. Одевайся живо. Слава, что происходит? Заткнись. Славочка, объясни, что происходит? Заткнись, я сказал. Пожалуйста, прости. Руки! Опустили оружие! Я сказал, опустили стволы! Или я убью ее! Отбой, стволы вниз. Дверь быстро! Машину убрали! Давай живей! Почему? Что ты сделал? Тихо сиди! Я все врал про ФСБ! Врал! Живот! Мне плохо! Выпусти нас! Останови машину! Да стола, дура! Thank you.
Кто так завязывает, а? Извините. Что за люди? Согласно статье 47 УПК РФ, вы обязаны знать о предъявленном обвинении, возражать против предъявленного обвинения, а также давать показания по предъявленному обвинению. Не теряй время, майор. Ни мое, ни свое. Но мы же с тобой все понимаем. Ничего у вас нет. Убийство Смирнова. Убийство следователя Ладыгина. Покушение на жизнь гражданки Маркиной. Мне продолжать? Молодой еще. В бой рвется. Ну, давай тебе расскажу. В соответствии со статьей 88 Уголовно-процессуального кодекса, доказательства по делу в совокупности должны обладать свойством достаточности для разрешения уголовного дела. Чего у тебя там, Маркина? Так она сама на ходу выскочила. Мне продолжать? Вот. Учись. Он прав. Ничего у нас на тебя нет. Так, есть, конечно, мелочевка. Но это еще доказать надо. Это такой вообще геморрой. Ну, так значит, майор, на этом и остановимся. В общем, да, можешь идти. Сейчас, погоди. Один вопрос. Ты вот знал, что на тебя предъявить нечего. Однако оказал сопротивление. Пытался на лыжи встать. Скрыться, так сказать. Все. Боишься кого-то? А я тебе скажу. Ты начальство своего боишься. Ну, что вот здесь. Замажешься, засветишься. И тебя уберут. Просто так за здоров живешь. Чтоб не сболтнул лишнего. Исходя из этого, предлагаю тебе выбор. Либо ты сотрудничаешь со следствием в моем лице, и я гарантирую тебе жизнь. Либо мы прямо сейчас спускаем тебя на все четыре стороны. Ну, со слышком, что ты всех сдал. Нет, майор, в этот порожняк никто не поверит. Да ты не волнуйся, я тебя это устрою. Вот протокол твоего задержания. При задержании оказал сопротивление с применением огнестрельного оружия. При попытке скрыться на своем автотранспортном средстве совершил ДТП и так далее, и так далее. А вот другой протокол. Версия улучшенная. При задержании Шилов В.И. сопротивление сотрудникам внутренних органов не оказывал. В ДТП попал при невыясненных обстоятельствах. Ствол найден на земле. Принадлежность пистолета ТТ к подозреваемому не установлена. Подозреваемый сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Падла. Твой выбор. До суда мере пресечения у тебя 72 часа. Думай. Почему моего клиента допрашивали в отсутствие адвоката? Вы не волнуйтесь, все в порядке. Мы с вашим клиентом во всем договорились. Да, клиент? Собирайся, пошли. Пошли. А он не сбежит за это время? Да нет, что вы. Живой день в ночной камере. Там все надежно. Ну ладно. Спасибо. За что спасибо-то? Это вы полноценный участник расследования, без которого... Все длилось бы в три раза дольше. Это правда. Вы умеете улыбаться. Да я никогда... Я просто рад, что вы теперь в безопасности. А я рада нашему сотрудничеству. Да.
Да. До свидания. Здравствуйте. А что происходит? Смирнова Валерия Андреевна. Добрый день. Добрый день. Старший следователь по особо важным делам Колесников Сергей Анатольевич. Прошу последовать за мной. На каких основаниях? А вы обвиняетесь в убийстве мужа. Я не убивала своего мужа. Это какое-то полное безумие. Валерия Андреевна, присаживайтесь, пожалуйста. Мы с вами пообщаемся. Присаживайтесь, Вот это результат экспертизы. Я вижу. Нет, вы, пожалуйста, ознакомьтесь. В крови вашего покойного мужа были найдены остатки препарата, который вызвал остановку сердца. Вы на что намекаете? Ну, какие могут быть намеки, Валерия Андреевна? В ваших вещах была обнаружена упаковка от этого препарата. Этого не может быть. Вы, кажется, беременны. А какое это имеет отношение к делу? Прямое. Ребенок-то не от мужа. А муж только что вышел из комы. Начнет задавать вопросы. Нехороший мотив вырисовывается. А знаете что? Пишите чистосердечное. Пишите, пишите. Я вам очень советую. Я хочу поговорить со своим адвокатом. Алексей! Проводи, пожалуйста, девушку. Пусть подумает. Я требую адвоката. Мне нужен адвокат, я сказала! Я имею право поговорить со своим адвокатом, и вы об этом знаете. А вы не нервничайте, Валерия Андреевна. А лучше подумайте о своем ребенке. Это превышение полномочий. И у вашего этого следователя будут серьезные проблемы. Слышите? Алло, я известная журналистка. Лицом к стене. Ноги шире. Вот так стой. Журналистка. Thank you.
чем дело? Я хочу поговорить со следователем.